Ну вот, пришла доска M-Day, которую мы делали под заказ в Москве. Вот она, сейчас мы ее раскупорим. Итак, доска Ceramic Pro прибыла. Всем привет! Едем на каталку. Сегодня очень ветреный день, сегодня 9-10 метров в секунду, и сегодня будет возможность наши кайты испытать по тяжелой. Во-первых, будут волны. Во-вторых, будет хороший ровный ветер. Самым развивающимся кайтером это Сергей Шабельников. И, надеюсь, Виктор Китаев приедет. Это самый прыгающий кайтер Казахстана, на мой взгляд. Поэтому будем все сегодня тестировать по тяжелой на хороших волнах. Я уверен, что понравится не только нам, как катающимся, но и вам, как зрителям. Зяка! Вот. Надо покататься. Там уже детишки, кто прошел. Лошадь надо наставить сюда, надо снимать на доски и прям со стороны вот так вот снимать. На лонгах.